Так, надо бы картошечку пожарить. О, прекрасненько. Феликс! А? Чё ты там делаешь? Я случайно, ну, тут огнем балуюсь немножечко. А ты как дела? Мне кажется, ты хотел взорвать мой домик. Да, было дело немного. А можно? Нет. Да пожалуйста. Ну ладно. Ты что сделаешь, что творишь, блин? На, да. Твоему дому капец. И еще раз твоему дому капец. Ты меня услышал? Ты вообще какими судьбами сюда пришел? А ну давай рассказывай. Я пришел учиться магии земли. Ты хочешь овладеть магией земли? Серьезно? Да, чувак, очень сильно хочу. Ну, в принципе, я могу это устроить. Я ж аватар как-никак. Ты ж видишь вот это, да? Да, я не вру. Что не вру? Не вру, что хочу быть магом земли. Ну ладно, короче, тогда у меня для тебя есть секретные задания, при помощи которых ты как раз таки сможешь овладеть. Только ты мне дом потом должен, понимаешь? Да, ладно, сделаю, конечно, да, сделаю. А сейчас можешь разрушить, дай его. Нет, нельзя его разрушать. А почему? А вы... у меня же техника газа, ты меня сам ее обучил. Все, я понял, больше не буду ничего использовать, честно, всё? Никогда. Да, против моих ресурсов ты там не это, не балуйся, хорошо? Все, пойдем магия этого, земли учиться. Подожди, сними меня с дерева. Ладно, ладно, сейчас сниму, подожди. Ить! Опа, отлично. Джедайская сила. Ноябрь, классный меч. Слушай, ну, я понимаю, что в будущем ты захочешь еще учиться стихии воздуха, правильно? Правильно. Но я хочу тебе сразу рассказать, что это одна из самых сложнейших стихий. Но для того, чтобы тебе стать магом земли, тебе необходимо дать дары духу земли. Ну, в принципе, это логично. Вот тебе кирка, значит. Давай. Она, кстати, на шелковое касание. Ого, я так рад. Добывай землю. Добыл землю, раз землю. Сколько земли? Два земля. Три, двадцать? Двадцать, да. А почему не лопата на шелковое касание? Что ты странный какой-то. Тебе нужно будет потом изумрудную руду добыть. Давай, только не жги меня, пожалуйста, не надо со мной. Нет. Вот это чувак, я же не прикалываюсь. А кто я? Что ты делаешь? Я не знаю. У меня, кстати, была лопата на шелковое касание. Все, я уже добыл все. Давай. Сколько у тебя? 21. Это ровно как надо, да, овечка, да? Теперь нам необходимо сделать еще две вещи. Во-первых, тебя ждет очень сложное задание. Значит, вот тебе два алмазика. Делай мотыгу. Делаю мотыгу. Раз мотыга и два мотыга. И теперь тебе нужно оставить у нее всего одну прочность. Да что ж ты будешь делать? Погнали. Но я тебе сразу скажу, что там 1500 прочности. Да-да. День первый, ночь первая, день второй, день третий, да. День четвертый. Спустя 30 дней, братан, я принес тебе это дело. Борода выросла, кстати, у тебя, держи. Ты что меня обманываешь? Это вообще-то магия воздуха. Нет, это борода. Кстати, знаешь, что ты сможешь уметь, когда будешь магом земли? Нет, не знаю, покажешь, что ли? Да, вкратце, видишь курицу? Ладно, вон курица, и Ты сможешь... Да, это земляной шарик называют, бу-буц. А можно мне земляные шарики и шоколадные орешки? Так, ну ладно, это все глупости, мелочи. Так, забирай свою мотыгу, она нужна только тебе. Да, 20 земли у тебя, да? И самое последнее, что тебе осталось, и после чего ты как раз-таки станешь магом земли и сможешь строить вот такие вот стены. Да хватит вот меня уже соблазнять, знаешь, как я сильно уже хочу стать этим магом, что он еще может, покажи. Ладно, ладно, погнали, короче, в шахту, по-быстренькому с тобой сбегаем. Тебе нужно найти всего лишь один изумрудик, и после этого ты обретешь магию земли. Вау! Ну вот, Феликс, мы с тобой в шахте, и, кстати, я забыл тебе кое-что сказать. Воу, что сейчас произошло, А как ты это сделал? Короче, прикол в том, что маг земли может управляться не только с землей. Да, еще и с камнем. Конечно, и еще даже и с песком, прикинь. И с железом? Нет, с песком только. А вот и железные прутья тут стоят. Я вижу там изумруд, и тебе его как раз... Моё! Спасибо. Ты добыл шелковым касанием? Да, шелковым, вот оно. Круто! Все, теперь ты можешь дары дать духу, там все дела. Понял. Сейчас, подожди, я тут поиграюсь чуть-чуть с мостиками. Оба! Ого, я так же хочу, чувак. Пожалуйста, я хочу быть аватаром. Замри на месте. Смотри, что могу. И оба! Да хватит меня в решетку закапывать или где? Я в решетке, и мне больно в ноге. Все, спасибо. Погнали дальше. Все, погнали. Ну что ж, Феликс, осталось совсем. Вот прям совсем чуть-чуть. Мы на том самом старом месте, вонючем. Мне страшно здесь находиться. Почему старым вонючим? Ты видишь, здесь храм духа этого, земли вообще-то. Ты меня здесь избивал. Я тебя здесь избивал? Ладно, пошли. Теперь тебе нужно дать дары духу земли. Это, кстати, уже мой братишка. Так, все, теперь тебе нужно дать дары духу. Давай, давай. Давай, что мне надо сделать? Скидывай, значит, 20 земли. Двадцать земли. Теперь, мотыгу поломанную. Мотыгу, подожди, а ты чё так
далеко кусал. Да так, ничего, давай, давай. И изумрудную руду кусачек, давай. Алмаз. Что произошло? Я слышал, как кто-то рыгнул. О, у меня, кстати, шлем появился, чувак. Во-во-во, иди сюда быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Пока сил не ушла далеко. Знаешь, закапываемся в два блока, запрыгивай. Нет. Понял, понял, не орать. Зажимай shift. Зажимай shift. Нет, не здесь, что ты сделал? А что, я не понял, ты же сказал зажать shift. Опа. Что-то происходит, чувак, что-то происходит, у меня получается, что? Да все, уже все получилось, поползай. А что мне надо делать? О, Феликс, я вижу, у тебя вон уже две этих есть. Да, реально, вы посмотрите на меня, я почти аватар наполовину, 50%. Короче, пойдем, ученик, ща я тебе покажу, продемонстрирую, что может истинный маг земли. Ты, наверное, офигеешь вообще, я тебе гарантирую. Так, ну что ж, Феликс, твоя первая способность, это вот такой вот земляной плевок. Смотри, видишь жителей? Да, вижу жителей, отлично. Воу-воу-воу, это жестко, покажи еще раз. Давай. Ты убил, за что ты это сделал? Это знаешь, это не настоящие жители, это так, манекен. Ну ладно, ладно, они тоже огнестойкие, перерождающиеся, да? Да все, да, все, да. Я понял, они тоже хорошие, я тоже любил сегодня. Все, давай, плевок давай. Огненный. О, у меня получилось сразу, смотри. А ну-ка давай. Нет, я его не убивал, честно. А попробуй в меня, давай, я готов. Давай, на, но тебе урон не нанесется, потому что ты аватар. И на тебя, кстати, теперь урон тоже не работает, потому что ты тоже овладел магией земли. Ладно, следующая способность позволяет строить стены. Ля. Да, можно земляные домики быстро делать. О, охренеть, я реально могу это делать, офигеть, это очень... Да, можно возводить земляные замки и вообще кучу всего делать, вот, да, о, да, о. Вот как сделали, оказывается, это не великан Кекл. Нет, не он был. Я думал, это он все это время. Ну ладно, теперь я кекальный великан. Бам! Смотри, что сделал, ё-моё, ну я настоящий нубик. Ау! Могу тебе потолок организовать. Короче, следующая способность позволяет создавать мост, и причем ты можешь его делать как вверх, так и вниз. Так, а ну-ка, бам, и какой-то он кривой у меня получился, но нормально тоже. И бам, да что ж ты будешь делать? Ну, для первого раза сойдет. Ладно, но это все мелочь, мелочь. Пойдем, следующую способность я буду показывать, от которой ты просто это офигеешь. Только своими силами аватара я призываю день. Оба-на, готово. Так, Феликс, куда потерял? Я здесь, я тут, опа. Видишь-ка вот эту вот коробочку? Это, да, корова. Так, вот она, корова. И я делаю вокруг нее земляную сферу. Помнишь, я рядом с тобой такое делал? Я тоже хочу. Дай-ка мне сделать так вокруг этой курицы. И смотри, 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 получается реально. Воу! Да, и туда можно даже жить отправиться. Смотри, как внизу здесь круто. Реально, и без каких-либо модов. Ну, это, слушай, это еще и это, цветочки, ягодки, все дела. А я думал, конфетки. Ты, кстати, заметил на мне безумно крутую броню? А я думал, конфетки. Да, конфетки. Так, подожди, на песок главное не наступай. А что будет? Да, так, ладно, да, иди блин, сюда. Я хочу теперь посмотреть, что будет с песком. Ладно, скоро посмотрим, дай я тебе сначала вот это покажу. Ты видишь на мне вот эту броню кожаную? Да, вижу. Но ты не понимаешь, что она защищает круче, чем алмазная. Оу, да. А ну-ка ударь меня. На чем-нибудь посильнее. Ну чем? А, у меня меч есть, на, держи, бам! Ай, да подожди, я без брони, дай, да дай надену. Да что ты будешь делать? Почему она так быстро ломается? На! Ой. Потому что она из грязи, но когда я в этой броне, ты мне практически ничего не сносишь. Смотри, отдавай мне меч и давай активируй себе тоже земляную броню. А ну-ка лови, меч на 9 урона, и как мне ее активировать? Вот так, и опа, реально наделась броня, и она постепенно надевается. Воу! Да. И ты, кстати, можешь посмотреть ее характеристики, просто офигеть! Охренеть, броня 20, 100 сопротивления отбрасыванию, чего? Да, готов? Готов. Пам! Пам! Воу-воу-воу-воу, чил-чил, мэн, релакс, офигеть. У меня теперь точно такой же шлем, вау. Да, теперь у тебя земляной крутой шлем, ё-моё. На, отлично сработано. Понял. Ладно, следующая способность тебя приятно удивит. Давай, показывай. Мы будем кушать дерево. Я всегда мечтал покушать деревья. Но для того, чтобы нам его скушать, нам необходимо с тобой немножечко получить урона и, конечно же, немножко. Давай, давай, покушаем, пойдем. Опа-на, конечно, давай, братан. Все, мы залазим с тобой на дерево. Оба-на, залазим. Ты, конечно, классно придумал, я же не могу так высоко прыгать. А, ладно, придет сейчас тебе немножечко это, сейчас. Сейчас я мост сделал бы. Подожди, я, не надо, не надо, я мост сейчас сделаю себе, организую, как говорится. Блин. Ладно, давайте я на мост хотя бы подниму. Да что, подожди, хватит уже, мне больно в ноге. Все, я прогадался достаточно. Давай, опа, вот так вот, опа. Все, я все сделал, отстань. Теперь смотри, нажимай shift и смотри на листву. Смотрю на листву, но ты и меня съел, походу. О, я под собой съел листву, воу. Да, и ты восстановил хп. Ты когда ешь листву, у тебя восстанавливаются сердечки. Воу, и правда, только мне надо на нее залезать. Почему-то она подо мной съедается. Ну, дальше на самом деле вот звездное небо, но это чисто так для красоты. Но ты не расстраивайся, потому что если мы с тобой отправимся в горный биом или в пустыню, ты офигеешь от способностей. Давай быстрее.
Какую хочешь? Пустыню. Да, погнали. Так, Феликс, мы сейчас с тобой, значит, в пустыне. Здесь есть кошки, значит. И смотри, первая способность, знаешь, какая? Какая? Это этот шарик. Шарик опять? Да подожди, это же старое. Это... Воу, нифига, это что такое? Да ты что наделал-то, господи? Это я сделал, подожди. Ой, нет, это не я. Так, а кто? Кошка. Кошка. Так, ну также пустынная стена, но в принципе это не так интересно. Также можно мостик делать, но самое интересное начинается дальше. Это зыбучие пески. Готов? Да, готов, хочу поплавать там. Ты что сделал с коровой? Ты что, куда она пропала? Это кошка. Ой, что с тобой случилось? Ты кем меня назвал? Что? Я не понял, а что это такое? А, это значит шторм, пустынный шторм песчаный. А, все, я понял, я в шторме, можно отпустить меня, пожалуйста, не надо, вода. Короче, это следующая твоя способность, которой тебе нужно обучиться. Так, ну ладно, давай, сэндшторм, есть такая способность, которая создает... А, сэндшторм, а вот квикленс, это что? А, это зыбучие пески. Иди сюда, кошки здесь стоят, давай, короче, вот это вот зыбучие. И бам-бам, корова, все, я тебя выкапываю, давай сюда, выходи быстрее, не умирай, пожалуйста, прошу. Отлично, ебой. Да, она выжила. Да ты убийца. Ладно, так, и значит, сэндшторм, шторм мне, значит, надо натворить. И как тебе шторм? Не вижу. Как тебе шторм, мой маленький мальчик? Подозрительно, но, короче, да, ё-моё. Но это, ты понимаешь, что это тоже еще не все. Сними эту каску, блин, не вижу твоего лица. А, ладно, вижу, опа. А подожди, а что у тебя глаза так низко? Занизило тебя что-то? Занизило, да, но я все равно красивый. Ну ладно. Ученик! А, что такое? Что ты там делаешь, не понял? Я еда просто, что? А, ты со мной поделиться не мог, брат? Ну, я кушал, блин, держи, на, еще, бери. Ну ладно, ладно, короче, смотри, здесь у нас примерно похожий, видишь курицу? А, курицу, да, вижу. А, вон, камень могу кидать, только я не попал. А если это сделать в прыжке, то будет вообще эпично. Дай-ка, бам, опа, ля, я ее завалил. Неплохо, неплохо, ну так же, камень. А, я понял, я понял, не надо на мне тестировать, спасибо большое, тоже вижу, опа, бенгерень. Ну и также каменный мостик, ну это классика, да? Вот как раз таки вот такая вот тюрьма есть у меня, пойдем покажу. А, ну-ка, вот как раз, который из камня делается. Да, это именно она, где кошки все? А, здорово, братишка, но подожди, она находится на земле, придется мне сейчас ее притянуть при помощи магии воздуха, если ты не против. Да, ё-моё, ну я понял, она немного в другом месте находится. А, блин, ой, так, ладно, иди-ка сюда, свинюшечка, курицы, да хватит их убивать. Так, ладно, следующая способность покажу, так, я возвращаюсь к стихии земли, это вот такая вот тюрьма. Я тоже хочу. Получается постепенно, ты посмотри на это, что это моя тюрьма теперь, можно тебя в тюрьму, будешь сбегать с моей тюрьмы, снимешь ролик, сбежать из тюрьмы Феликса. И также можно насадить кого-нибудь на вот такой вот шип. Чаренька, получилось. И, кстати, это довольно-таки крутая способность, просто на шип накололи это, курицу. Да, накол. Ну и давай, ученик, напоследок, бахни-ка звездное небо. О, красиво. Ай, хватит меня сбивать, все, я пошел, я обиделся, ты обещал меня больше не бить. Так, ты далеко не уйдешь, ты же понимаешь? Нет, я ухожу, все, чуваки. Как да, вот фиг тебе, аватар, блин, не найдешь меня больше нигде, все, я пошел. И ладно, ребят, я думаю, на этом можно закончить этот безумно крутой выпуск, ё-моё, офигеть, что со мной происходит. Ну и если он вам понравился, то влепите этот лайкосик там, на каналчик подпишитесь, да, Феликс? Да, ни в коем случае не забывайте. Ну а с вами был Скретч и Феликс, всем спасибо за просмотр этого ролика и всем пока-пока. Пока-пока-пока.